В Щелковском театре состоялся праздничный концерт для врачей района в преддверии Нового года. Первый заместитель главы районной администрации Наталья Тамбова зачитала собравшимся докторам послание главы Алексея Валова. Мы испытываем искреннюю гордость за каждого из вас. Благодаря вам жители Щелковского района встретят приближающиеся новогодние праздники в кругу семьи, живыми и здоровыми. И пока вся страна будет отдыхать, вы будете продолжать исполнять свой профессиональный долг. В любой момент кому-то может понадобиться ваша помощь, и вы всегда ее окажете. Также своих коллег поздравил с предстоящими праздниками директор Щелковской районной больницы номер 2 Дмитрий Логинов. Хочу всем пожелать всего самого хорошего, но прежде всего здоровья, удачи, успехов во всем. На сцене театра выступил ансамбль русской песни «Распевы» Екатерина Мароходова, лауреат многочисленных музыкальных премий и воспитанники Щелковской детской хореографической школы. А эффектный финальный номер концертной программы подготовил Щелковский духовой оркестр. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».